4 февраля министры МЧС Азербайджана и России Кемалетдин Гейдаров и Евгений Зиничев обсудили вопросы двустороннего гуманитарного сотрудничества на территории Нагорного Карабаха. Участие в онлайн-встрече приняли руководители свободных группировок спасателей двух государств. На сегодняшний день в Азербайджане работы по разминированию ведет российская группа из 23 специалистов и 6 единиц техники. Всего предстоит обследовать территорию площадью в 163 гектара. От взрывоопасных предметов очищено 53 гектара. Из них более 11 гектаров местности очищены с помощью робототехнических средств. Обнаружено, обезврежено и уничтожено 527 взрывоопасных предметов. Как отметил Гейдаров, ранее в спасательном ведомстве Азербайджана не было пиротехнической службы. Сегодня уже первые 30 пиротехников Азербайджана будут аттестованы специалистами МЧС России. 120 часов российские специалисты обучали коллег теории, а главное – практическим навыкам разминирования.